Телеканал КРТ представляє. Але все ж таки Порошенко вибори програв. Народ України показав Порошенкові червону картку. У віру втручатись табу. Але пропагандистські ретранслятори, пов'язані з ім'ям цього олігарха, продовжують нагнітати та розпалювати міжконфесіональну ворожнечу. Особливо біснувалися п'ятий та прямий канал на Великодні свята. Давайте подивимося, як це було. Московський патріархат іде всупереч владі, жертвуючи і ризикуючи життям вірян. Святиня православ'я перетворилася на інфекційну бомбу, яка повільно вибухає в центрі Києва. Дії церковників поставили під загрозу життя сотень людей. Тож чи місце осередку церкви країни-окупанта бути в лаврі? І чи готова Україна провести посилену дезінфекцію? От ви, як юрист, поясніть, чи є тут конкретно розпалення між релігійною ворожнечі? Видите, что такое самый краткий путь между ртом Порошенко и тем, что он производит на головы народу, является прямой, да, прямой канал и его пятый канал. Это мы показали еще самый маленький и краткий сюжет. Суть всегда сводилась к каналу следующему, что есть какая-то определенная московская церковь, а на Украине церковь-оккупант, которая заливает мозги граждан какой-то там мракобесием и пропагандой и является чуть ли не диверсантом и армией на территории Украины. В действительности такие слова можно оценить как, по моему мнению, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, а учитывая, что количество приходов и количество православных верующих Украинской православной церкви составляет большую часть Украины, поэтому кого пятый прямой канал называют оккупантами? Почти всю Украину? Ну, ребята, вы, наверное, что-то перепутали, может, это вы не на своем месте находитесь? Посмотрите-ка, сколько за вас проголосовали. 8%? Ну, а оккупантами являются 73%, которые проголосовали против вас. Не за Зеленского, а против вас. Все ж таки, давайте подивимося ще один фрагмент, на який теж ми подали документи до суду по 161 статті. Дивимося. Московська патріархія свідомо не дотримується карантинних обмежень, бо відчуває слабкість влади Зеленського. І тепер ці люди перебувають на межі вседозволеності та диверсійних акцій. Злісне недотримання карантину, що тягне за собою тяжкі наслідки, підстава не лише для кримінального переслідування. Тож відповість за незворотній спалах пандемії після такого Великодня. І чи не попросять ці ж люди, що довели до смерті своїх братів-монахів, допомоги у Російської Федерації? Ми бачимо зараз, що фактично маніпулюють та нагло просто відкрито брешуть ці персонажі, журналісти так звані, з прямого та п'ятого каналу. Ми бачимо, що показують кадри, які зовсім не відповідають дійсності. І ми, ну, навіщо, з вашої точки зору, вони це все роблять і таким чином просто дискредитують прямо одну із українських православних церков? Видите, используются стандартные штампы, разработанные еще в фашистской Германии, да? Переназвание, передергивание понятий, потому что на территории Украины не действует никакой московский патриархат. Московский патриархат действует на территории России. Але все ж таки, якщо ми подивимося на відео, фактично, якщо ми беремо карантинні, карантинний термін, фактично, коли був карантин, то вони показують начебто карантин, але фактично беруть відео, коли карантину там рік назад вже і не було ніякого. Тобто, яким чином таким просто брати і маніпулювати, відкрито брехати, що начебто Українська Православна Церква порушує карантинні вимоги. Ну, це ж нісенітниця. Да, не просто раз распространяет карантинные, не просто нарушает карантинные мероприятия, а является, во-первых, диверсантом, они говорят, распространителем биологической сброи, да, оружия, и призовут Российскую Федерацию на помощь, то есть к введению войск, я так понимаю. Но это обвинение в тяжких преступлениях на самом деле.
Им хочется просто выставить, видимо, ту церковь, которую приватизировал Петр Алексеевич Порошенко, таким райским местом на территории Украины, поскольку в этих же сюжетах показывается тишь да благодать во второй церкви. И показывается Украинская Православная Церковь, в которую ходит большинство, подавляющую часть украинцев, неким просто сборищем, видите, мракобесов, средневековых, каких-то попов. Ну, ужас. Хотя, если мы посмотрим на призывы Украинской Православной Церкви, которая говорит, давайте, чтобы был мир, давайте мириться с Донбассом. Владыка Ануфрий требовал и говорил, что необходимо соблюдать карантин. И посмотрим на другую церковь, особенно на перебежчиков в нее, которым не нашлось места в лоне Православной Церкви канонической. Что они призывают? К чему? Ну, тогда бы я не сказал бы, что они являются Богом установленным институтом. Я так розумію, осередком поширення брехні став саме прямий канал та п'ятий канал, тому що мені, в принципі, от аналізувати навіть це дикість, тому що, ну, яким чином вони вирішили, що Російська Федерація – це є Російська Православна Церква, чи Православна Церква взагалі, ну, це якийсь нонсенс та нісенітниця, така відкрита брехня та маніпулювання. Але от навіщо вони це все роблять? Тому що просто їм платять гроші чи як? Вони ж, я так розумію, ті журналісти, які це роблять, ті люди, які там забезпечують там картинку таке інше, та трансляцію, вони ж розуміють, що вони роблять кримінальний злочин. Вони розуміють, що це може призвести от така брехня відкрита і перекручування фактів все ж таки до реального конфлікту. Ну, всі гроші з реформ ушли на зарплату, видно, п'ятому і прямому телеканалу, но не выполняют свою пропагандистскую работу, видите, оперируя такими стандартными штампами: Кремль, русский мир, церковь оккупанта. Ну, еще раз говорю, граждане, видите, вас пятый прямой канал называют оккупантами. То есть мы все с вами являемся оккупантами. Вот вы поясните, вот вы, как юрист, они там рассказали, что у нас филия Московского патриархата. Але вот если разобраться, кто филия, вот вы, как юрист, буквально несколько слов, потому что часу программы уже фактически немає. Ну, ясное дело, что такого понятия, как филиал, вообще церковное право и каноническое право не является. Значит так, у нас нет никакого здесь филиала Московского патриархата, нет ни отделения, ничего. У нас есть Украинская Православная Церковь, Киевская митрополия, которая является абсолютно независимой, церковный суд, все органы управления, полная финансовая автономия находятся на территории Украины. Даже обжаловать в суд решение местных судов церковных Украинской Православной Церкви невозможно. Точку ставит Киев. В той другой церкви все равно все главные вопросы будут решаться в Стамбуле. Это раз. Ну, мы должны с вами сказать все-таки, что мы сделали, потому что мы не только написали заявление в полицию и сейчас добиваемся возбуждения уголовного производства. Было подано два иска против пятого и прямого канала о защите чести и достоинства конкретно. Мы, видите, Украинская Православная Церковь занимает все-таки позицию такую, предписанную канонами православия и предписанную Святым Писанием, то, что не вдаваться вот эти в мирские разборки с обличительными псевдогонительными церкви, ну, по заветам Христа не метать бисер перед свиньями. Однако мы с вами люди гражданские, и все-таки бисер перед свиньями решили пометать. И вот на этих таких условных свиней мы подали иски в наши украинские независимые суды в Печерский и Подольский против пятого и прямого канала. И мы подивимося, как будет эта история развиваться, и будем теж дивитися, как будет развиваться криминальная справа щодо цих так званих телеканалов и так званих журналистов.